тот момент, когда помимо капитального ремонта, который делают уже очень-очень-очень долго, из-за того, как классно сделали ремонт, на 6-м этаже прорвало рано утром трубу батареи. Половина квартиры вырубился даже свет. Просто везде вода. И это просто жесть. И самое интересное, что 6 этажей, ну, там, да, 4 этажа над нами, даже просто не догадались пойти посмотреть, что там произошло, и помочь людям, которые не очень понимают, перекрыть воду. И несколько часов просто из батареи фигачило во всю вода. Отличное утро.